Всем привет, с вами Нильф Горн, это игра Террария. И с сегодняшнего дня я начну ее проходить на... Как там, на эпик сложности, что ли. То есть, я к этому вообще очень долго готовился, на самом деле. После последнего завершения на нормальной сложности прохождения Террарии, я сказал, что наберем там какое-то количество лайков, и я начну проходить на высокой сложности. Вы набрали, большое вам спасибо. Если вообще еще остались люди с того момента, потому что прошло довольно-таки большой период времени. Но я реально был не готов прям сразу начинать, потому что было, ну, морально к этому нужно было подготовиться. Ведь там столько будет смертей, столько будет... Ну, меня так будут мочить, что вообще как бы нужно к этому готовиться. Поэтому давайте начнем. В этот раз я буду играть женщиной, хоть вообще ничем практически не отличается, вот смотрите. Звуки только. Ну ладно, нет, тогда лучше мужиком буду играть, потому что все-таки... Так, волосы, прическа какую-нибудь... Какую-нибудь надо прическу сделать, какую-нибудь... Тут я... Вот! Хоть здесь, я так понимаю, никак не влияет. А вообще, давайте вот так вот, случайно, вот, прикольный получился. Может быть, случайно, часто бывает, прикольно подбирается. Там и женский, я смотрел, увидел сейчас, и такой вот, и женщина тоже, и мужчина вот такой вот в халате. Вот мы его-то и сделаем. Назовем его Нильф, просто Нильф. Нильф город у меня уже есть. Нильф. Ну, Ильф получился. Нет, надо сделать Нильф. Вот так вот. Ну что ж, Нильфгор у нас уже готов, он уже довольно-таки долго участвовал. Создаем новый мир, как видите, здесь у меня всякие тестовые еще миры. Большой и эксперт, повышенная сложность и лут. Мир 4, пускай будет у нас, он начинает генерироваться. Честно, будет очень сложно, потому что... Придется очень много прыгать, очень много уворачиваться, очень много убегать, потому что реально там будут монстры сильные. При этом я буду умирать, наверное, ну очень, очень и очень просто дофигища много, потому что иначе тут я не знаю как. Слава богу, что как бы все-таки лут не теряется, там еще всяких таких мега усложнений нету, потому что если бы они были, это было бы совершенно не то. Поэтому... Но вся сложность будет состоять в том, что монстры начнут бить сильнее, жизни у них станет больше, ну и все, как бы вот. В принципе, я так понимаю. Может быть, руды станет меньше, но это было бы, как, типа, честно говоря, как-то глупо, потому что руды-то можно было бы сделать побольше. Потому что все-таки это такое дело, знаете ли. Тяжеловатое руду-то добывать. Эксперт, он даже вот таким вот цветом создан 10 сентября. Ну что ж, поехали, ребят. Я подготовился к этому. Прям. И, честно говоря, я даже не знаю, с чего в первую очередь начинать. Может быть, как-то стоит закрыться, наверное, да? 100% нужно как-то закрыться по-любому. И, конечно же, наверное, сначала нужно исследовать мир, потому что иначе ничего хорошего из этого не выйдет. Так, еще надо вспомнить. Черт. Да. Надо вспомнить. Лучше он со мной же остается вроде бы. А, я только деньги теряю. Так, все понятно. Теперь все. Ай, допрыгнули. Теперь все. Вспомнили. Блин, такая маленькая скорость. Это жесть. Вон там я вижу сундук. Черт. Уа-а-а, не подходи. Давай. Есть. 7 медиков. Это, конечно, не густо, но... О, я уже здесь медь добыл. Нифига себе. Вот знаете, в такое время, ну как бы на такой сложности, мне кажется, время знать очень важно будет, надо будет, как бы, и поэтому я все-таки думаю в
первую очередь постараюсь сделать. Так, забрать все. Забрать также сундук. Потому что это дело такое. Так. Оп-оп-оп-оп. Да что ж такое-то? У вас что-то невероятное количество, просто они как-то резко решили на меня нападать. Грибочки, что тут у нас еще? Еще один сундук. Все забираем это. Мы давайте ставим, прям одеваем сразу. Сундучок забираем тоже. Ну тут, наверное, даже рассказывать не нужно, как я все буду это... Врагов два рядом. Сканер я нашел, мне бы часики. Так, и я так понимаю, вот по этой руде, что у меня не кримс-зона. Ну, вот не красный это, а похоже лес или как он там. Да, скорее всего. Потому что свинец вроде бы заменяет железо, если я не ошибаюсь. Ладно, ничего, это наоборот даже прикольно, потому что в предыдущей серии была одна территория, в этой другая. Это довольно-таки... Это довольно-таки интересно. Близко довольно-таки пустыню я нашел. Это хорошо. Как-нибудь... Офигеть! Почему здесь такие огромные деревья? Когда я там начинал, кстати, деревья не были такими огромными. И это печально. Монеты. Это много, немного. Блин, наверное, в пустыню мне не стоит залезать, потому что все-таки пустыня это пустыня. Единственное, что здесь, наверное, стоит сделать, это срубить кактус и сделать кактусовую себе броню. Точно. Вот только здесь вот этот вот коршун, который... Офигеть! Уйди, пожалуйста, а. Уйди, пожалуйста, не мешайся мне. Ну все, отлично. Начинается. Ну блин, ну по одному удару вы сами понимаете, что я ему сделаю. Давай быстрей, восстанавливайся. Конечно, здесь придется очень много умирать. Это вот даже без слов и так понятно. Так, первый верстак. Есть. Здесь... Ну, как-нибудь бы надо. Так, и... Как тут своя кирка? Блин, у меня ни на что не хватает. Тут, наверное, только на 9 единиц. Ух ты, 9 единиц меч. Как тут свой меч? Невероятно. Ну и всяческой хрени. Давайте. Вау, меч покруче стал, все. Отлично. Уже покруче. Хотя бы не настолько лошок, как представляется самому себе. Мне кажется, главное это, конечно, сундуки. Но так как у нас большая территория, то сундучки эти мне, наверное, увидеть очень долго не придется. Ого-го. Вот эта пещерка, блин. Я, как всегда, попроще ничего не мог найти. Океан, ну, как сказать, очень много воды рядом. Это тоже очень и очень хорошо. 400 сразу, 400 веревок нашел. Просто вот, вот так вот, сходу. Это тоже, по-моему, очень отлично. Так, единственное, что вода, это, конечно, отлично, но... По воде же я же ходить-то не могу. Поэтому нужно здесь построить мостик небольшой. Ой-ой-ой-ой-ой. Надо не забывать, что тони. А, они же, блин, они же из геля, они не тонут. Ну ладно, не страшно. Так, факелов очень мало осталось. Ну, факелов, я думаю, я уже смогу сделать такое нормальное количество, нужное мне. Потому что все-таки гель уже пошел в производство. Ай-ай-ай-ай-ай. Жалко, конечно, не автоматический меч. Блин. Немножко страхово. И
Да что ж такое-то? Странно, что платформа убирается киркой, а не топором. Ну ладно. Так, кстати, да, можно сейчас временно убрать это все кирку, потому что она как бы не нужна. Так, опять у нас, блин, пропасть, куча воды. Я не знаю, зачем они так усложняют мне все. Могли бы жизнь-то получше и полегче сделать. Ну ладно, ихнее, как сказать, желание. Кактус, конечно, надо было бы нарубить. Ну ладно, с другой стороны, если так подумать, то ничего в этом страшного нет, что кактуса у меня не очень много, потому что придется тогда делать сразу медную броню, копать шахты, исследовать, чем я буду заниматься из серии в серию. Куча будет копательных серий, потому что копать — это основная вещь в этой игре. Птички. Не вижу, конечно, смысла их собирать, потому что вот в предыдущих прохождениях, так скажем, да, я собирал эти птиц, но смысла от этого, ну, не увидел в итоге. То есть, поэтому так, спорный вопрос, стоит ли это делать, делать ли что-нибудь такое интересное в плане оранжереи или что-нибудь типа того. Так, ну-ка, тут у нас сразу такой проход дают. Кстати, вот там сундучок, и, наверное, все-таки было бы проще его с другой стороны пройти. Медную кирку, кстати, мне сразу дали. Не знаю, от чего такая щедрость. Хоть вроде и сложность-то высокая, но странно. Так. Мне говорили, что у боссов здесь, на этой сложности... Вау! Вот вообще очень отлично, прям в нужную тему, кстати, вообще шикарно. Кстати, ночь же настает, блин, а я... Ну хотя, а чё я? Ну, ночь, да? В принципе, мне бы сейчас домик строить. Эх, телепорта-то нету домой. А ночь уже жестоко начинается. Ну-ка, давайте здесь быстренько проделаем дырочку. Веревку, главное, не хочет ставить, а вот... Смотрите-ка, чё, а? А, как это все проблематично-то, черт возьми. Ну, сам виноват, конечно. Пей бутылку, блин. Ух ты, маленький уже слайм. Уже маленький слайм. Это, знаете ли... Ничего хорошего в этом нет, потому что они... Ну, этот маленький слайм, он жесткий, как черт его знает что. Умри! Я всех теперь боюсь и всех опасаюсь. Смотрите, на руках шипы, как раз таки цепляться за землю. О, слайм с монеткой. Что тоже очень круто на самом деле. Монетки нам тоже пригодятся. Ну и сейчас я даже... Я, наверное, просто сейчас построю стены, тупо построю стены. И буду обкапываться, потому что другого варианта я не вижу. Нифига, блин, а нафиг он тут... Какой большой-то слайм-то, а? Успокойся, успокойся. Надо обкапывать свой дом, все-таки уже начинать как-то там готовиться, строить еще как-то. Другой вопрос, может быть, перенести точку респауна в другое место, к примеру, сделать вот в этой скале появление. Почему бы нет, да? Кстати,
Давайте, наверное, так и поступим. Я сейчас в бешеном порядке, наверное, сделаю себе... Если я это успею сделать сейчас. Закрою себя здесь стеной. Деревянный почему-то мне вот захотелось это сделать именно деревом. Не знаю уж. Да блин, не то. Да блин. Аквалангист нафиг. Так. Не то, не то, не то. Вот это вроде бы. Да, вот теперь все. Вот теперь все то. Вот так вот закроем, и теперь точно не проберутся. Так. Можно веревочки делать, но это все ерунда. Здесь у нас есть и... Также и глина. Чтобы, по-моему, переделать респаун, нужно сделать кровать. Я, честно говоря, не помню, как она делается. Но, по-моему, там просто нужна... Ткань, то есть, или шелк, или что-то в этом роде. Так что, как бы, не будет проблем с этим. Тут, я смотрю, пещерка-то не маленькая. Ну и нормально, в принципе, самое то. То есть, и пещеры есть, мне кажется, и в этой горе я смогу прорыть себе туннели, сделать, как бы, комнатки. И также просто развиться. Плюс к этому, ко всему, можно уже и начать, собственно говоря, делать всяческие туннели, потому что иначе в любом случае как-то это нужно начинать. Да блин, зачем я бутылку-то выпил? Нужно... Ой. Вот. Нужно сделать какой-нибудь проход, начать. Только надо сделать его нормальным. На три блока я сделаю. Потому что по центру у меня будет идти веревка, а по бокам будут стоять платформы, по которым, собственно говоря, я буду залезать. Все, это навечно веревка. Единственное, что, наверное, все-таки, ну, надо будет сделать стену более симпатичную, чтобы она, ну, более, так сказать, была красивой. Да и вообще тут, наверное, все блоки надо будет заменить в идеале-то. Но строительство, конечно, блин, здесь предстоит очень большое. Очень большой такой городок придется строить. Потому что хочется, чтобы это и выглядело все красиво, эпично, симпатично. Ну и плюс вообще срыть эту всю город. Плюс еще я бы хотел сделать, подготовить ловушки. Как бы для всех эвентов, так скажем. Поэтому... Наверное, здание у меня будет все-таки уходить ввысь, то есть в высоту. И, грубо говоря, будет оно находиться в небе. Наверное, так как-нибудь будет это все выглядеть. Потому что сейчас я могу, конечно, комнаты уже отстроить спокойно, чем я и займусь. Но они будут у меня временными, в общем, вот так вот для всех. Потому что медика там и тому подобное всех нужно, конечно, призывать в любом случае. Потому что... Без них ничего не получится. Так что... Нормально должно быть. Так, там что у нас нужно? Стол, стулья, дверь. И... Вроде бы все. Раз тут делается все из... Делается все из земли, значит у нас и будет... Земля везде. Пока я не буду даже париться, потому что строительство начальной киркой... Ребят, это, наверное, хуже нету, вот честное слово, потому что лично для меня страх это просто безумный. Так. И вроде бы все. Вот этого хватает, чтобы сюда заселить вроде бы как бы человека. Нет, это недоступно. Неподходящее жилье. Может быть, два стула там нужно. Неподходящее жилье, пишет. По-моему, два стула. Черт, у меня не хватает. Не хватает дерева на стул. Блин, вот это даже дожили, а. Ладно. Вот теперь должно хватать.
это неподходящее жилье. Ну, я не помню, честно говоря. Может быть, выход, ну, как бы сказать, свет нужен там и тому подобное. Оконца, по-моему, помещение, так, кровать. И... Вот у него, у самого бы спросить, конечно, но сами понимаете, что куда я сейчас спрошу. Меня сейчас наваляют быстрее, чем я сейчас что-нибудь у кого-нибудь спрошу. Глаз, отвали, отвали. Ну, я вот знаю же, ты только меня сожрать хочешь. Черт. Так, ладненько. Огроменные пещеры, что на самом деле хорошо. Я бы не хотел копать... Я бы не хотел сейчас копать туннели, вы знаете... Просто заниматься тем, чтобы копать туннели. Я бы хотел именно по пещеркам побегать, что, в принципе, у меня и получится. Как раз-таки здесь и освещения много. И есть руда. Смотрите, здесь уже есть жезл искр. Отлично. Не подходи. Ну. Черт. Черт. Ну, это неизбежно. Я просто даже не знаю, как этого было бы здесь избежать. Сам виноват в толпу. Так, жезл искр, он у нас вроде магический, да, и там такие такая что-то сикает какими-то искрами. Отлично, я вообще просто великолепнейшим образом упал. Кстати, вот сейчас вот можно быстренько помощь для... Под землей есть не то, ребят, есть много различных способов... В новую заселить. В ней должны быть как минимум дверь, стол со стулом и источник света. Это все я же сделал. Источник света, я все это сделал. Блин, умри, 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 умри. Назад возвращаться тоже нету смысла, потому что... Блин, странно. Я что-то не понял про источник света, потому что все-таки... Сейчас мы найдем. Все, кобзец. Так окружили, что прям ужас какой-то. Сожрали моего этого гида. Не подходи, не подходи. Я вообще не представляю. Тут вот, похоже, ночей 21-х придется просто бегать там от врагов. Или просто их валить вот такими толпами, чтобы... Конечно, меч... Не может отбить, конечно, вот эту вот орду просто. Сейчас я опять умру, ребят. Ну и ладно. Блин! Чёрт! Ну ладно. В любом случае, я, наверное, тут покрою все своими могилами. Просто тремя слоями. Интересно, а можно, интересно, сделать яму и сваливать туда могилы? Наверное, они будут исчезать со временем, поэтому не получится именно, как бы, чтобы они валялись прям-таки. Надо вернуться в свое... Свое жилище. И еще одну кровать так-то в идеале нужно построить. Блин. Ладно. Пока пускай так потерпит. Все-таки это дело такое. Там я сундучок не подобрал. Что, в принципе, без разницы. Единственное, что... Ой. Блин, дождь начался. Летучая рыба. Отлично. Вообще, молодцы, блин. Врагов придумывают прям на ходу. Отстанет... Хотя вроде бы сейчас зомби должны пропасть, ну, в большем количестве, так скажем. Потому что дождь начался, больше слаймов вроде бы должно появиться днем, по крайней мере. Ну, что? В общем, проблем будет у меня куча. Ну, это и так понятно. Я думаю, любой, кто начинал на...
такой сложности сразу сталкивался с этими проблемами. Отдайте мне деревья, мне всего лишь деревья нужны. Хорошо, что здесь деревья-то еще хотя бы большие. Сейчас были бы маленькие, мне пришлось за ними бегать прям. Беспонтово, не хочу, не хочу, не подходи, жирный, блин. Конечно же, еще отпрыгивает. Черт. Вот придется возиться со всем, с каждым же просто. Как бы даже сказать-то. Ух ты, звезда в бутылке, можно разместить. Сейчас разместим. Так, все, закрылись. Чем не нравится вот эта комната? Ну чем? Все же отлично. Без отбрасывания. На шестерочку. Ой, жесть. Такое, знаете, начало такое просто вообще жестокое, можно сказать. Потому что ничего нету толкового. Так, у меня появился вроде бы баф. Увеличивается регенерации маны. Отлично. Честно говоря, первое сердце, которое бы я нашел, я бы его не увязал. Я бы сделал себе баночку сердца, чтобы регенерировать... первая наковальня, чтобы регенерировать себе здоровье. Потому что иначе, я думаю, будут проблемы. Наконец-то, отлично. Лук нужен. Лук, я считаю, нужен поначалу. Также можно рельсы сразу сделать, тут и броня деревянная. Ну давайте, что нет-то. Хотя бы чуть-чуть брони, это уже хорошо. Да? Вообще, наверное, лучше с кактусовую броню сделать. Все-таки. Потому что кактус все-таки он получше. Раз он даже круче медной брони. Ну, то есть не медный, а медный меч. Фу ты, господи. Медный меч хуже, чем кактусовая броня, то стоит, наверное, все-таки сделать кактусовый. Давайте сделаем мостики, потому что, чтобы это все не мешало мне сразу ходить. По возможности. Надо сразу сделать. Потому что потом будет намного легче. Это я сам себе всегда так говорю. Потому что часто так же ленюсь, как и все. Так, здесь надо будет тоже выровнять, чтобы пробежать получше. Вот эти рыбы, это, конечно, хорошо, но, блин. С них такого всякого ничего не падает, чтобы, ну, вкусненького. Поэтому так не хочется на них тратить время свое. Так, давайте еще сделаем... Вечно вот что-нибудь да ровно не встанет обязательно. А я не люблю, когда неровно. Пустыня. Хочу много кактусов. Кактус, наверное, выращивать можно, да? Я, кстати, ни разу об этом не задумывался, но скорее всего. И его, наверное, выращивать только в песке можно. Или что-нибудь в этом роде, да. Ну, довольно-таки близко пустыня, это радует. Да, зараза, а? Ну, чё? Сидит, смотрите. Хотя... Отлично, отлично. Я что-то не думал, что так быстро получится. Сейчас наберем кактусов побольше. Единственное, что здесь нельзя сразу скрафтить. То есть броню. Ну, можно хотя, почему нет-то? Почему бы и нет, да? Так, ну-ка. Черт. Обычного дерева на обычный станок не хватает. Ну ладно. Верстак. Сундучок могу. Есть броня. Две защиты, ребят. Ну, две это, конечно. Две это... Это две защиты. Все-таки я сделаю, потому что... Так, ну и...
деревянные ботинки даже вообще не дают ничего. И шлем, по-моему, он тоже одну всего лишь защиту давал. Давайте заберем с собой верстак, потому что все-таки придется немало ходить. И дальше будет проблема. Сейчас. Хватило бы мне досок, чтобы... Нифига, он бронированный. 120 жизней. Это вообще что-то... Что за чудо песчаное? Муравейный лев вообще просто на одном месте стоит. Колючий, бронированный, ну просто вообще зверь. Ну меня сейчас, наверное, такими темпами, конечно, все-таки завалит. 35 жизней отнимает. Вы че, ребят, творите? Вообще жесть какая-то. 29 жизней. Офигеть, вот это урон у них. Это просто что-то зверство какое-то. Ну, на этом я тогда буду заканчивать, потому что тут прям отдельную серию нужно выделять по зачистке территории, потому что иначе я не знаю, как оно тут будет. Зачищать тут, конечно, очень много надо будет, и драться очень много надо будет. Ставьте лайки, если вам понравилось, или если вы хотите видеть следующие серии. Всем всего хорошего. Пока!